Приняли алкоголь и вышли в рейс. В Челябинской области сотрудники ГИБДД выписали штрафы водителям автобусов, которые сели пьяными за руль. Неужели шоферы даже не думали о безопасности своих пассажиров? Все подробности в сюжете. Этот автобус остановили в Усть-Катаве. Когда подошли к водителю, полицейские сразу почувствовали от него запах алкоголя. В связи с чем в присутствии двух понятых водитель был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения. Показания содержания паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,53 миллиграмма на литр. Только вот с показателями измерительного прибора водитель не согласился. Накануне спиртное употребляли? Нет. Квасы, энергетики пью. Спиртного нет. Также мужчина заверил, что при выходе на линию он прошел осмотр медработника и технический осмотр транспорта. В салоне автобуса было 4 человека. В отношении водителя было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования». А в Магнитогорске сотрудники госавтоинспекции остановили КАВС, в котором находилось 20 пассажиров. Все ехали из Агаповского района. При проверке у водителя установлено состояние опьянения. Кроме того, тахограф на данном автобусе отсутствовал. Также выявлено неправомерное внесение изменений в конструкцию данного транспортного средства. Сам водитель не отрицал, что употреблял алкоголь. Спиртные напитки. Когда, что, в каком количестве употребляли? Выпил утром в 7:20 полбутылки пива. Угу. И поехали с пассажирами. Да. В отношении водителя были возбуждены дела об административных правонарушениях, а также организована проверка перевозчиков.